Друзья, привет! Спасибо, что следите за историей продажи на Artspear. Сегодня куратор подтвердил, что новые вазы были доставлены покупательнице, но остается много открытых вопросов. Например, сможет ли Artspear оплатить вторую доставку, которую мы сделали? Ведь она была достаточно дорогая, 135 евро. Посмотрите предыдущие видео, шортс, если вы еще не знаете всю историю, и тогда вы поймете, что произошло. Друзья, если вам интересно, чем закончилась данная история и наш спор с Artspear, я бы хотела, чтобы это видео набрало 50 лайков. Поставьте, пожалуйста, их для поддержки канала. И тогда я сниму длинное видео, где расскажу всю историю с подробностями, как мы общались с кураторами Artspear и что они в итоге нам оплатили, и оплатили ли вообще. Очень важно понимать свои права в данной ситуации. Спасибо огромное.